Предварительное голосование партии «Единая Россия» будет проходить в Сарапуле 2 недели. Из 76 зарегистрированных кандидатов мы выбираем 28 человек. У нас состав Думы 28 депутатов, 14 кандидатов по одномандатным округам и 14 кандидатов, представляющих свои территориальные группы. Голосование организовано на 4 площадках. Завод ЭГЗ – одна из них. Совместными усилиями члены партии определяют тех кандидатов, которые, по их мнению, должны баллотироваться на предстоящие муниципальные выборы в Думу. Мы идем на эти выборы сплоченной командой, с нашими коллегами, которые очень длительное время работают также на предприятии, решают проблемы завода. Я считаю, что совместными усилиями, с учетом опыта депутатов, действующих депутатов, которые являются работниками завода, мы можем, во-первых, и выявить те проблемы, которые существуют в округах, во-вторых, с учетом их опыта, положительно их решить и организовать. Команда ЭГЗ, сильная партия «Единая Россия», мы, безусловно, справимся со всеми трудностями. Ну и я уверен, что город будет еще комфортнее и благоустроеннее.